Характеристика мужчин и женщин тельцов год змеи. Люди, рожденные в сочетании знаков тельца и змеи, отличаются очень уравновешенным нравом, спокойным характером, они постоянно и крайне расчетливы. Эти два знака зодиака разных гороскопов отлично дополняют друг друга. Телец-змея с детства стремится организовывать вокруг себя зону комфорта, прекрасно знает цену деньгам и умеет им распоряжаться. Целеустремленного и прочно стоящего на ногах сбить с дороги по достижению цели его почти невозможно. Он всегда знает, что ему нужно, и, невзирая на преграды, будет идти в выбранном направлении. При этом люди этого сочетания знаков – реалисты. Им не свойственно строить иллюзии, и они никогда не загораются рискованными идеями, могущими обернуться полным фиаско. Они реально оценивают собственные возможности, уровень развития и жизненную активность, поэтому не берутся за ранее невыполнимые задачи. В любой сфере человеческой деятельности телец-змея показывает особую деловитость, точно зная, что предпринять дальше. У него в любой ситуации есть четко выстроенный план действий, которому он неукоснительно следует. Он отлично видит все подводные рифы, ожидающие его на пути, предсказуем в своих поступках и очень общителен. Тем самым ему удается избегать непредвиденных ситуаций, а как следствие стресс. Он никогда не будет играть в казино, его не заманишь тотализатором или азартными играми. В профессиональной сфере эти люди отдают предпочтение менеджменту, юриспруденции и любому другому виду деятельности, который требует непосредственно общения с людьми. Уже в молодости телец-змея никогда не нуждается в финансовой поддержке родителей. Они четко знают, как и где заработать, сколько стоит их труд и куда потратить сбережения. Интуиция для этих людей – пустой звук. Они никогда не будут к ней прислушиваться, полагаясь исключительно на собственный ум и точный расчет. При всем этом телец-змеи очень любят искусство, живопись, музыку и все, что связано с этим понятием. Они обладают тонким вкусом, всегда стильно одеты и обожают вкусно поесть.